Вот на базаре у курицы тоже есть свой цену. А у нас вот живем уже более 10, более 15 лет, и никаких цен нету, не ценят у нас. Ну и уже я третий раз сюда приезжал. Я хочу жить, где жили мои деды, предки, отцы все. Я из Саирмия самым родом, село Саирмия. А там они жили, наши предки, я тоже хочу там жить. Но нам никакого возможности не дают, чтобы жили. Во-первых, гражданства нету. Мы обращались на место жительства, тоже отказ давали. Даже на отчет не берет. Вы живете на воздухе. Когда ветер будет, улетите. Вот так ответили нам. А их мнение, по-моему, так. Ждет, что когда мы потихонечку уходим отсюда. Пусть восстанавливает меня в гражданство. Я гражданин Грузии. Почему мне не даете? Давайте помогите нам. Помогите. Кто может, пусть поможет. Я прошу всех, кто может, пусть поможет. Наша социальная проблема много. Допустим, в больницу идешь, и учебу идешь, отца ты не дают, потому что гражданства нету. Другие социальные льготы нету. Во-первых, Грузия – это наша родина. Человек без родины. Мы везде видели, несмотря что мы гражданины в Узбекистане, Казахстане, в России, человек чувствует себя в чужбине. Уже устали жить в чужбине. В конце концов, у всех должен быть свой очаг, свой дом, свой родной очаг. И наши дети, умирая, то свое последнее дыхание, все время про родину рассказывали мне, нас, и они нам поставили на наши плечи такой большой груз, чтобы вы будете продолжать эмоции родины, вы должны продолжать нашу социальную борьбу за возвращение нашей родины. Что касается интеграции, что касается нашими соседами, грузинскими нашими братьями, никакой проблемы у нас нет. С армянинами тоже никакой проблемы нет. Живем как одна семья. Только проблема в гражданстве. Вот такие дела. Остальные дела мы не жалуемся, что работы нету. Работы нету, слава Богу. Вот огород есть, коровы есть, сакунели арис, катами арис. Вот и занимаемся, не жалуемся, слава Богу. После высылки 44 года, ну, я, само собой, родился в Узбекистане и жил там. В 89 году мы переехали в Грузию. Прошел год, правительство изменилось, и пришел этот Камсахурди, во время Камсахурди. Но однажды мы тоже не в курсе были. Вот пришли люди с оружиями и сказали, что вы должны покидать Грузию. Причина, что вы, ну, это турки. Мы говорим, мы, у нас этот фамилия грузинская. И нас взяли за границу. Сейчас, в данный момент, мы вернулись в Грузию. Вот где-то уже более 10 лет мы живем. Большинство нету гражданства. Хватит, да? До скорого. В 21 веке живем.